хотел бы стать бессмертным. Читать мысли. Угу. Точно, точно, было бы супер. Физкультура, математика, история. Да. ИЗО? Я просто в ужасе, я в обморок падала. Никогда в жизни ничего хорошего у меня на уроках ИЗО не вышло. Ну, больше я склонялся к дизайну интерьеров, но в итоге дорос до дизайнера одежды. В детстве я на полном серьезе планировала стать манекенщицей-уборщицей. Причем я считала, что это пишется через девиз, это одно единое цельное слово и, видимо, единая цельная профессия. It's all for me. Все, что угодно. Хот-доги, не знаю, шаурма, бургеры. Все, что ест, все, что продается на улице, все мне подходит. Я обожаю еду. Все полезно, что в рот полезло. И чипсы. Я люблю и гамбургеры. Я люблю молочные коктейли. Я люблю какао, я люблю кока-колу. Ugly people. Уродки. Мы уже создавали. Мы же ugly DJs. March 15. Давайте так, между 21 и 24 февраля. Заниматься спортом. Я сейчас очень жалею, что не занимаюсь спортом. И не пришивай уши. У меня были лопухи уши в детстве. У меня сделана пластическая операция. А сейчас я понимаю, что это такая большая ошибка. Лучше бы были эти лопухи уши. Это же так прикольно, так классно, так мило. Лучше выходной — это просто целый день лежать в кровати, смотреть мультики и есть какую-то еду. Все. Рано проснуться, пойти сходить в спортзал, как ни странно, лучше в бассейн. Потом пойти позавтракать в кафе, в котором еще нет много людей. Хорошо бы, чтобы было какое-то уличное развлекательное мероприятие, как раньше. Какой-нибудь фестиваль или что-нибудь такое. Так хочется на концерт, на свежем воздухе, пить стаканчики, слушать музыку, общаться с друзьями. Вот это, наверное, идеальные выходные. Я к ней в клубе подлетел с костылем. В общем, так мы с ней и познакомились. И тут ко мне бежит просто на костыле человек, вот так через всю толпу, и говорит: «Виногарова! Обожаю!» И костылем мне грозит. Вот, и как бы все. Это и было знакомство с Гошей. Мы не обижаемся друг на друга. Если Гоша обидится, я не знаю, что делать. Пусть не обижается. Лучше. Ну, если бы я имел возможность позвать, я бы позвал бы Кейт Мосс, Джейка Джилленхола и Шайа Лабаф. Ирину Шейк. Ир, приходи, пожалуйста. Думаю, что что-то из Бой Харшер. Что-то из Хофманита явно. Маша забавно чихает. Я просто умиляюсь, когда слышу ее чих. Бегать по дому смешно по утрам, кричать вот так. Не буду говорить, что кричит, но смешно. Все Машины истории мои очень любимые, потому что они все очень интересные и очень смешные. Как мы вели свадьбу друзей Васи Волчка и Леси Русакович, Гоша так волновался, что напился до свадьбы и не смог разговаривать. И крутился потом на шесте, ну, на дорожном знаке, так что упал сильно. Шайа Лабаф. Оля Карпуть. Анна Делоруса. Как видите, я сегодня в костюме Анны. Журнал «Лиза». Ну, угадайте. Лучше Машу не будить. Проснется сама. Ну, либо как-то очень аккуратно. Вообще лучше не трогать человека. Пусть отдыхает, пусть спит мальчик. Ну, я, наверное.